Да какая! Я бы сюда его не нес, вот шлопный пол. Вы бы себя видели, конечно, со стороны. Просто как будто не пили год и развязались бы. Побежали прям туда. Вот из своей фантазии рассказала. Хочешь микрофон скажу? Что ты хочешь? Хочешь скажу? Первый слой из кокаина, ребят. Чё, моя хорошая, пристаешь к нему, да? А тебе сколько лет? Тебе сколько лет? Тебе еще нельзя. Ты с родителями пришла? Это вот твоя мама? Это торт. Ты с мамой прилетела из Москвы? Зачем? Что тебе, в Москве не живет, что ли? А чё к нам приставать? 16? Поверь, это не очень короткий. Ой, еще и 16, я моя вода. Нам лишь не проблема. А как зовут тебя? А, хотя она мне интересно живет. Ладно, как я зовут, Серёна? Милана. Милана. Мама Иляна, ты Милана? Сестра Яна. У вас все очень просто. Иляна, Яна, Милана. А, ребят, там торт режет. Давайте поддержим Альбину. Очень громко. Нужно будет обязательно, у нас есть там специальная лампа, нужно будет потереться и загадать себе желание, ребят. Поэтому подходим, загадываем желание, пусть оно у вас сбудется. Да, Ань? Ань, ты на камеру снимаешь? Аня, а можно вопрос? Ты сейчас в Москве живешь? А ты не госпожа Ломова? А на Майкл Джексон, посмотри, вот видно же. Ты же госпожа Ломова, правильно говорю? Похоже на нет. Саня, ты плохо подготовился, Саня. Ты не выучил. А где Ломова, подожди? Ты всегда говоришь, что ты учишься. А там Ломова сидит, что ли? Это не Ломова была? Вот я лошара. Сань, ну как всегда, давай честно, чё. Да ладно, ладно, не чё. Подготовился. Из 131 ошибся, извините, блин. Ну всё, ты же говоришь, что ты профессионал. А давай я исправлюсь, а как вас зовут? Мария. А, подожди, подожди. Мария? Фамилия на С начинается? Блин, опять на Т, на У, на Ф, на Х. А на что фамилия? На какую букву фамилия начинается? На какую букву фамилия? Извини, это же Мальцева Маша, господи, не признал. Это же ты потеряла паспорт, правильно? Потом у кого-то в сумке из партнеров. Да? А кто тебе принесли? Не ждите, про вас уже рассказали. Это же, получается, раньше ты, Маш, была чиновником, потом пошла работать, да, в Oriflame? Ты еще чиновником была? Ты снимаешь... Владимиром? Ты с чиновниками. Ты снимаешь прикольные ролики, завтраки снимаешь и готовишь, еще и танцы свои готовишь. Ты блогер получаешь? Ты фудблогер, правильно я понимаю? Ты очень много снимаешь, да? Что это такое? Это тортик? Мальцева, это тебе. Первый кусок торта это ей, да? Да? Видишь? Вау, Мария Мальцева. Тебе надо было всего лишь подружиться с ее. Прости, пожалуйста, Маша, я не Видишь, как тебе прилетело, представляешь? Поцелуй тебя. А кого поцелуй? Стас, поцелуй, пожалуйста. Не-не-не-не. Пожалуйста. Я зубы не чистил. Так я в щеку только надо. Щеку? Щеку только? У нее синие будут поцелуи. Нет, ты же знаешь, я щеки не целую. А если другой? Давай ты поцелуй, Сань. Я же давно в шоу-бизнесе. Я вообще, ты меня знаешь, щекой не удивишь. Я что выше оцелую, не целую, значит. Вот, вот типа того, да. Меня Ирик научил делать. Фоткайтесь, конечно. Пускай живут, ничего страшного. Да пусть сидят торт, конечно. Альбин, мы же работаем, Альбин. Альбин, мы работаем, мы это... ведущие, мы с микрофоном. Пусть все фотографируются, конечно же. Делаем тортик. Как эти фотки? Кому эти фотки нужны? И так их очень много. Вот, Киеву уже устали от фотографий, они вообще не фоткаются. Когда много подписчиков в Инстаграме, фотки не нужны. А волейболистка девушка, да, пришла? Сборная была. Случайно просто залетела, но тусовка такая. Думаю, надо потусоваться. А Лена Морозова танцевала бы с Викером Афониным? Блин, Санчо, что с полом происходит, да? Что Афонин танцевал? Сикер Афонин танцевал или нет? Это на показ, как дурачки должны выглядеть. Ребята, синяя вечеринка, все нормально. Свет падает, давай. Нет, лицо на свету сделаем. Получается, обезьянка, леопард и джин. Сейчас опять же, я лицо.
Да, да, правильно говорит, кстати, когда фоткаешься, не раз, два, три, а раз, два, три. Они что-то там. Слышишь?